11 января во всем мире отмечают День спасибо. Кого и за что благодарят ульяновцы? Ну, во-первых, маме за то, что родила меня. Ну, родителям, во-первых, спасибо. Своим детям спасибо, что они у меня есть. Наверное, государство, что ли? Государство. Дочери спасибо. За что? За то, что она за мной ухаживает. Я бы хотел сказать спасибо своей маме, конечно. Она повлияла на мою жизнь. Сделала для меня все. Сейчас своему отцу, который тоже вложил в меня свои силы. Своей бабушке. За то, что она так добра, любит всех нас. Ну, конечно же, родителям спасибо. Спасибо городу Ульяновск. То, что я здесь живу. Спасибо хотел сказать своим родителям. За то, что они нас вырастили, воспитали и дали, так сказать, путевку в жизнь. Родителям, самым первым, наверное, родителям. За то, что они меня родили, вырастили, дали обучение. Главное им спасибо. А еще? Родственникам. Своему мужу спасибо за то, что он меня любит. Ну, всем остальным. Брежневу хотел бы сказать спасибо за прошлую хорошую жизнь. А сейчас собачья жизнь. Особенно своей жене, родителям и своим близким. За что? Ну, за то, что делают. За все хорошее. Спасибо в первую очередь хотелось бы сказать своим родителям за то, что родили нас. Ну и раз мы живем в городе Ульяновск, органам государственной власти Ульяновской области. Спасибо. Папе. За что? За то, что он меня любит. Людям всем, наверное, кто творит добро в нашем мире и делает жизнь лучше для нас всех.